3-4. Привет, Улан-Удэ! Привет, Иркутск! Таз, пяс, дыхай меня через нос, запах пос. Чё-то этот охранник косится на нас. Таз, мяс! Ты так красиво, но походу дорога, yeah. Пойдем через дорогу, там алтарь-гана. Кстати, майонез там кажется бесплатно. Запах чебуреков ты не выветришь до завтра. Побывал на автовке, купил сыну кроссовки и новый аккумулятор. Зимние резины для тети Наимы и картридж для брата-брата. Мы обратно в маршрутке скользим и катим. Все, что так долго копили, тратим. Все, что так долго копили, в городе нам придется потратить, yeah. Так красиво я перестаю дышать, yeah. Деньги зашью в трусы, чтоб не потерять. Все, хватит. Здесь так красиво я перестаю дышать, yeah. Деньги зашил в трусы, чтоб не потерять. Курсы повышения, в город приехал баттер. Магия штанов, вон там, документы в файлах. На-на-на-на-на. Вот это делаете вы! О, мог, групп! На-на-на-на-на. Только мужики! О, мог, групп! Только девушки, девчата! О, мог, групп! Стопки мы скинем на твой счет. Еще ты положи в конверт. За всяко фотою невесту мы качаем кольцо. Да-да. Так много пуст на всех. Сделай тетя Дума, мой дед и съест. Так много пуст на всех. Разлетается в бит, передай мой раз кому. Так много плюс на всех. Приведи котле, никто не ест курму. Так много здесь сродни. Съехались все на свадьбу в Байермут. Мои сестры лежат в зал. Мои сестры. Ну это своего рода победа, да. Каждая поездка в город праздник. Инна спит в песчанке. Завтра в город поедет. А вдруг маршрутка полная? Тогда это был шок для меня, честное слово. Это вот. Шучу. Он не шутит. Что у нас, вечер загадок начался? Нет. Они у всех бывают на природе. Уважаемая Чимита. Надя, я переживаю, как ты же женщина. Я сама переживаю. Что надо делать? Она же уже съедена, что с ней? За забор, а дальше снова пошла по ее дороге.
в ограде и стану навсегда. Запомнили? Садаш, Зэхаш, Архидаш. Поехали! Thank you.